Всем привет! С вами интернет-магазин kadoo.ru. Я нахожусь у себя на даче. И хотел бы я рассказать в своем видео о любимых инструментах. Да, один из моих любимых инструментов на даче — это вот такие вот грабли Offner алюминиевые. Чем они хороши? Во-первых, ширина их 76 сантиметров. Это мне позволяет, так сказать, загребать большие, так сказать, вот площади, да. И длина 1,95 м. Вот в собранном состоянии они 1,95 м. Выполнены они от основания, да, рейка, так называемая. Это труба алюминиевая. Труба где-то толщиной 2 мм, то есть она такая достаточно толстостенная. Ну, конечно, мы ведем речь о хорошем инструменте, не о каком-нибудь китайском говне, а о достойном инструменте. Поэтому здесь люди, которые производят этот товар, они не скупятся на материал. Из-за этого, соответственно, инструмент, он достаточно прочный, долговечный, легкий очень. То есть весят они где-то, ну, около килограмма, наверное, сборе. Алюминий очень легкий и очень легкая, у него такой черенок. От солнца они не рассыхаются, да? То есть они не боятся никаких перепадов температур. Если у вас большой участок, то лучше не придумаешь такие грабли. Вот. И еще фишка этих граблей, что у них вот такой вот наклон зубьев. Они не цепляются за землю и как бы скользят по этой поверхности и цепляют все, как крючок. Цепляют как крючок траву. И что получается, что мы когда ведем грабли по земле, они не цепляются за землю. То есть они не втыкаются в землю, они как бы скользят по поверхности из-за того, что они, во-первых, и наклонены в сторону черенка, и плюс еще вот этот вот наклон, да, то есть они еще плюс загнуты. Вот. Вот кучу мы насыпаем другими граблями, но практически невозможно сделать то, что вот я сейчас делаю. Так что покупайте эти грабли в нашем интернет-магазине kadoo.ru, покупайте лучше, а про остальное забудьте.